Dzisiaj chciałabym krótko przybliżyć sytuację z rosyjską giełdą papierów wartościowych. Zacznijmy od tego, że giełda papierów wartościowych w Rosji nie jest tym samym co giełda w Londynie czy Nowym Jorku. Tutaj nam za chwilę opowie ekspert od finansów z Radia Swoboda, że rosyjska giełda i jej możliwy upadek za bardzo nie wpływa na przeciętnego Rosjanina, a sama instytucja jest w pewnym sensie sztuką dla sztuki. ГДР в Лондоне, глобальный депозитар расписки российских компаний, в Лондоне в четверг открылись падением на 50-80%. Банк Тиньков, ГДР Лукойла, Газпрома, Сбербанк, ну в общем, да, надо понимать, что инвесторы избавляются. Что касается последствий для российской экономики. С одной стороны, Размещение акций на международных биржах позволяет российск... позволяло российским компаниям привлекать иностранных инв... иностранные инвестиции и модернизировать свои системы, то есть финансировать закупки оборудования. Если санкции будут действительно настолько жесткими, как обещали нам Джо Байден, Борис Джонсон, японские, канадские премьеры и глава европейской дипломатии, то, скорее всего, весь высокотехнологичный экспорт в Россию будет запрещен. И тогда, в общем, российским компаниям ну, совершенно не нужны будут вот эти ни акции, ни... Это же большая-большая головная боль вот со всеми этими мино миноритарными акционерами. Нужно как-то учитывать их права, платить им дивиденды, нужно э, соблюдать корпоративное законодательство, нужно э, нельзя тратить деньги туда, куда нельзя, а можно только туда, куда можно. Это, 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 это все очень большая головная боль, которая окупалась возможностью действительно привлечения многомиллиардных иностранных инвестиций, ну и внутренних тоже инвестиций, но прежде всего иностранных. По большому счету в России давно уже э, есть э, такое мнение с 97-98 года, что, в общем, фондовый рынок ⁇ это такая необязательная игрушка, которая вот, вот зачем-то нужна, но не, не очень понятно зачем. Ну, Роснефти совершенно не нужна вот эта игрушка. Ну да, ну зачем-то как бы вот это существует. Мы делаем вид, что это все, конечно, хорошо. Для российской экономики и для российских крупных компаний и мелких компаний... Э, встает вопрос о возможности дальнейшей модернизации. Да? То есть безотносительно фондового рынка и состояния фондового рынка запрет на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции от чипов до там робототехники и всего прочего будет означать, что Россия должна будет на колени сама придумывать э, все свое. Соответственно, нужно будет э, изобретать свои чипы, изобретать свои процессоры. У нас есть свои процессоры, но они работают на тайваньских чипах исключительно. Свои чипы мы выпускаем э, только такие, которые можно засунуть там в проездные билеты или в банковские карты. Нас ждет просто отставание в области технологий, которое может стать отставанием навсегда. Что касается экономики, скорее всего, по результатам этого года российская экономика будет в рецессии, причем серьезной. Уровень инфляции может тут вообще вещь непредсказуемая по поводу инфляции, но то, что он будет не ниже 20-25%, это уже сейчас можно гарантировать. А вот сколько реально будет инфляция в этом году в России, будет понятно после того, как будут озвучены международные санкции и после того как российское правительство начнет реагировать я не исключу сценария перехода к мобилизационной экономике и распределительной системе а вот это давно тоже есть и в российском правительстве и в российском парламенте люди которые предлагают вообще закончить с этими рыночными глупостями и уже как бы вот как бы в советском союзе там Нужно на, на миллионный город, там, миллион тонн зерна. Ну, значит, вот как бы. Вот, вот столько и должно быть. Ну, поживем, увидим. Тем не менее, я думаю, что сейчас речь идет не о количественных каких-то вещах в экономике, а именно о качестве. Да? То есть вот ту рыночную экономику, которую Россия с переменным успехом строила с начала 90-х до недавнего времени. Боюсь, что она может уйти в прошлое, и мы перейдем на какие-нибудь другие рельсы, и будет это обусловлено тем, что у нас же война, когда война, тогда у нас и военное положение, и экономика военная. Вот эти все вопросы, связанные там, снимать деньги, не снимать деньги, покупать валюту, не покупать валюту, они вторичны по большому счету, потому что э, главный вопрос это оставаться в России или не оставаться. Если не оставаться, то куда ехать, каким образом? Да, вот сначала нужно решить эти вопросы, потому что если вы остаетесь в России, то скорее всего э, партии правительства погибнуть от голода вам не дадут. Да? скорее всего. Э, вам найдут какую-нибудь работу, может быть, на лесоповале, может быть, где-нибудь в конторе. И, и платить или, или кормить-то уж точно будут, да, наверное, даже одевать, и даже зимой. Что касается вот отъезда, тут, тут надо понимать, что россияне становятся жителями чумного барака. И от них, и от нас в цивилизованных странах уже сейчас начали шарахаться. Первое это начала делать Польша, которая закрыла для всех российских граждан въезд на свою страну даже в целях транзита. Теперь вот ряд других стран, Чехия, вот Латвия, я думаю, другие страны Балтии. И вообще весь Евросоюз обсуждает сейчас отмену виз шенгенских для российских граждан и закрытие для россиян возможности выехать в европейские страны. Это очень неприятное известие, но но оно вполне логично, потому что потому что россияне несут ответственность за то, что во главе страны стоит вот такая вот военно-политическая команда. A teraz dajmy głos panu Butmanowi, rosyjskiemu ekonomiście i ekspercie od wszelakich strategii giełdowych czy rekonstrukcji długu. Opowie nam krótko, acz dosadnie, jaka będzie przyszłość rosyjskiej giełdy. Со мной в студии сегодня Александр Бутманов, экономист, основатель инвестиционного клуба Союзники, эксперт по биржевым стратегиям. Александр, здравствуйте. Приветствую, добрый день. Не говорю. Да, никто уже сейчас не говорит. Биржевые стратегии сегодня это вообще атовизм, или вы еще надеетесь в профессии остаться? В крайнем случае я буду работать Дедом Морозом как 25 лет назад. Ну это, это раз в год только. Ну, ну, да, да. К Кроме шуток, давайте быстренько я это сделаю. Я передаю привет Сергею Усиченко, который пил 12 лет назад, 13, за смерть фондового рынка. Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, был интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ. Я не буду комментировать этот uh, флешмоб. Не хочу, потому что я в это верить. Na koniec trzeba wspomnieć, że po niecałym miesiącu cieć w końcu znalazł klucze i moskiewska giełda znów się otworzyła. O tym, dlaczego nadal jako tako stoi na nogach, dowiecie się właśnie teraz. Na moskowskiej birży z 28 februaria odkryli targi akcjami rosyjskich kompanii. Riad akcji już восстановились z poziomem, które były do odkrycia targów 24 февраля. To бумаги Fos FOSAgra, Nowoteka, Narniki, Surgut, Nieftegaza i Rosztelekom. От самого открытия торгов по российским акциям наблюдаются крупные заявки на покупку, отмечает БКС-экспресс. По большинству бумаг уровень спроса существенно превышает объем предложения. Это можно объяснить действиями Минфина, который ранее заявлял, что выделит 1 триллион рублей на покупку акций, что составляет около 7,5% от общей стоимости предложения на рынке. Такие действия регулятора также должны оказать позитивный психологический эффект на участников торгов.